большей части тела выступают не по делу. Если вирусом бактерия, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В пятницу в Самарской области пасмурно, преимущественно без осадков. Температура воздуха в дневное время минус 8, минус 10, ночью 11-13, ниже 0. Ветер переменный, западный, юго-западный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, днем 10 с минусом, ночью 13, ниже 0. Ветер западный, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти тучи, днем минус 10, ночью минус 13, западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно. Днем минус 10, ночью минус 13 градусов, юго-западный ветер 1 метр в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 74%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.